друзья, всем привет, хорошего дня, хорошего настроения, хорошей игры. Подпишитесь на канал сразу, если вы еще не подписаны. Поставьте лайк, напишите ваш комментарий. В этом ролике я вам покажу и расскажу, как быстро или как долго приходит код на Harley Quinn. Дата оформления подписки 21 мая. Более подробный туториал, если вам это нужно, как оформить подписку, есть на моем канале. Также, что делать, если не приходит код, на моем канале тоже есть ролик по этому поводу. Друзья, если вы не в курсе, у меня всегда можно за донат со скидкой заказать скины, эмоции, кирки, дельтапланы. Все контакты в описании под роликом, пишите, не стесняйтесь. Заходим на сайт DCE, регистрируемся, пишем свой логин, пароль. После того, как зарегистрировались, входим на сайт, выбираем метод подписки, выбираем, где написано No Free Trial. Вводим данные карты, совсем соглашаемся и подтверждаем. Потом появляется вот это окошко, нажимаем Back. И, кстати, вы можете проверить, списались у вас деньги. В следующем окошке нажимаем Accept, то есть соглашаемся. В верхней части сайта вы можете пролистать там новости и найти Batman Fortnite Zero Point и нажать читать. Либо другой вариант, как можно, ну, выбираем какой-то комикс и читаем. Переходим в комиксы и читаем первый комикс. Вот он, первый комикс. Это первая страница. После того, как вы прошли комикс, у вас должно быть вот это окошечко, может быть другое, неважно. А у меня в данном случае вот это окошко, и можно сразу же нажать читать следующий комикс. Читаем следующий комикс. Аналогичная ситуация после прочтения второго комикса. Вот, можно сразу же нажать читать третий комикс. Читаем третий комикс. И после третьего комикса, в принципе, все, можно закрывать. Я оформлял в подписку в 3.41 примерно где-то так. И довольно быстро мне пришло письмо. И я сразу получил все три кода с комиксов. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. В общем, мне повезло, пришли коды очень быстро.